Көкшетау, кейде қарлы, кейде қарсыз. 80 қол мұз ерінді сөйлейді әлсіз. Тұнжырап күшеді отыр ақан сірі, жәутендіп көп қарадым бейнегенсіз. Сүйінген домбырасы жырағына сыпаның әлі жаны жаралыма, сәскенің шуағы өппен ерітеді серінің қатқан қарын қабағына. Әсімді жақтырмайтыр кекті мұжық. Жен тисе бергісі бар бетті бұзып, сал бір жан адасқақты шырқай беріп, дауысы мұз боп қатып кет түзіліп. Көкшенің көгін кіл жат өлең шарлап, осқырып кеңседі отыр көбең шардақ. Көзіме қанчы десем түспей қойды жаяу сал, балуан шолақ деген шалдар. Ақынның мүрдесі жоқ қорымында, қайтпай тұр жел батаға солығымда. Мінбеде мағжан шығар қызырдек отыр, сәкеннің көкен қалған орнында. Қалмыпты салда ғайрат сері дайбат, қанаты көтерем қудың өлі байрақ. Көкшетау жер жұмағы демеушімеді, жұмақты алған екі пер жайлап. Тұра тұр бұралқы жел желі бірмей, теріскей тірілген мен өлі күнгей. Мүсіндер көшедегі тастап қашқан мысалы періштенің кебініндей. Хағалла, азаттықты биікке бер, қалмасын мәңгі жетім сүйік түнір. Кебінін шешіп кеткен көп періште бір күні кебенегін кейіп келер. Көкшетау, кейде малсыз, кейде қарлы, сон айтып күбірлейді бейне зарлы. Көзіңі қарап жүр деп соқтығыспай, саршашты көк бетқайың сөйлеп алды. Сен салдан, мен қайқыдан ауысыбек, қазақтың қолды болған тау сурет. Шертетін шерлер көп шешен, сақау әншінің дыбысы жоқ, дауысы жоқ. Талып келіп өлі араға айшықпаған, мұнайып Маңғыстауға қайтып барам, аяман туған дедім оқжетпесте, алаштың ақ күмбезін айшықтаған деген екен. Ассалаумағалейкум, келіде қасиетті, қарлы да қарсыз Көкшетаудың тұрақты телекөрермендері, тұрақты жұрты, ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Күндеріңіз сәтті болсын, табысты болсын, берекелі болсын. Міне 22 қаңтар күні тағы да бір жұманы бастап жатырмыз. Алдағы бір сағат көлемінде тізгінді ұстаған мен Нұрлан және керемет әріптесім Василий, сіздерге керемет позитивті көңіл күй сыйлауға әрдайым дайын. Солай ма, Вася? Ну что ж, с такой замечательной поэзией начинаем наше такое, я думаю, доброе все-таки утро. Да, понедельник, уже 22 января, между прочим, на календаре. Не всем, наверное, хочется, конечно, на работу в понедельник, тяжеловато как-то, но я думаю, наша передача поможет вам и взбодриться, и проснуться, и, скажем так, бодрым пойти творить, работать, все что угодно делать во благо себя, во благо семьи, ну, может даже страны, скажем так. Я дұрыс айтасыз, Вася. Жалпы таңғы уақытта көптеген адамдар жұмысына барғысы келмей, демалыстан кейін біраз әбігерге түсіп жатады, бірақ құрметті телекөрермен, таңертеңгі уақыт, таңғы уақыттың ырыс берекесін егер сіздер қазір алмасаңыздар, оны алып қояды, сондықтан міндетті түрде ерте тұрып, жұмыстарыңызды бітіріп, шайларыңызды қайнатып, арнамыздан орын алғандарыңызға көптен көп рахмет. Ал біз дәстүр бойынша таңғы шымылдықты әсем әнмен ашамыз, қабыл алыңыздар. Қозаршындар асқар бейек торады. Топырағын қасиеті әр қашан. Мұрынымнан исі кетпей жүр әлі. Жүрегімді ыстық шоқтай басылған. Сағындым ғой өскен жерді жасымда. Ақ сәлемін әнге сап, жылғыстар сипап өтсе басымдан, басымдан, басымдан. Жерім қымбат маған тау дала. Алтын бесік жер жәннәтті аумаға.
Балғым, балғым берім сенді кем Қыранын ағыштар болып саңғаған Сағынышым тасқын судай тасыған Сағындым ғой өскен жерді жасымнан Әзаланың ақ сәлемін әнге сақ Алла деп ауыз ашпаған, дәретсе жерде баспаған, көкірегінде құн көктем, ешқашан жер кетпеген, салтын сақтап, дәстүрін құрметтеген, қомының құны қымбат, көшпелі жұрттың көшпелі ұрпағы тағы да баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін жалпы 22 қаңтар деп жатырмыз ғой, жалпы 22 қаңтарда біраз оқиғалар болған екен, соларға тоқталып өтейік. Бүгін баршамыз фильм көргенде жеп отырғанды жақсы көретін, яғни попкорнның туған күні екен. 338 жыл бұрын Европа үшін жүгері дәнінің жоғары температурада жарылатыны жаңалық болды. Ал 1885 жылы Чикагоның өнертапқыштары попкорн әзірлеуге арналған алғашқы машина ойлап тапты. Ал 100 жылдан соң қысқа толқынды пешке арналған жүгері пайда болды. Бұл дақылдың отаны оңтүстік Америка континенті. Қазба жұмыстары кезінде шамамен 4000 жыл бұрынғы попкорн дәндері табылған. Соған қарап археологтар ежелгі үндіс тайпалары жүгерінің жарылатын қасиетінен сол кезде хабар болғаны және күнделікті тұтынып жүрген деген пайымға келді. Алайда попкорн әзірлеуге жүгерінің кез келген сорабы жарай бермейді екен, тек жарылатын түрі ғана. Ал дақылдың қалған түрінен попкорн жасау тіпті мүмкін емес дейді. Я, попкорнда біздің өмірімізден ойып тұрып орын алған деуге де болады. Фильм көруге баратын болсақ, міндетті түрде біздің қатарымыздан табылады. Ал енді 1932 жылы кім дүниеге келген дегенге келетін болсақ, 1932 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, көрнекті ақын, Солтүстік Қазақстан облысы Шалақын ауданы Еңбек ауылында дүниеге келген Кәкімбек Салықов дәл осы қазақтың жезгиігі атанған атамыз дүниеге келген екен. Бұл кісі менің жерлесім. Жалпы Кәкімбек Салықов біраз бағыттарда, біраз тақырыптарда қалам тербеген екен, сол бір ерекше бір жақсы көретін өлем бар, соны оқып көруге рұқсат етіңіздер. Бұл тіл туралы. Тіл ұлтымның тірегі, таңдатпай тағдыр жолдаған, тіл ұлтымның жүрегі лүпілін Алла қолдаған, тіл қорқыттың арманы асан қайғы өрлеткен, тіл абай сөз орманы боталы тармақ ержеткен,
тіл, тіршілік жалына, қызуы сөнбес от болар, түрішсе өмір сарыны жалыны өшкен шоқ болар, мән берсең әрбір сөзіме жанай қайын жазамын, өз қолың жетсе өзіңе тіліңді орға қазағым. Тіл Абылай ұраны дербестікке бастаған, тіл махамбет пырағы сегіз сері қостаған, тіл сарарқа сар жайлау құрманғазы тәттім бет, тіл туған жер ақ жайлау ақ сүтпен сіңген ақ міндет, тіл мұқтарды тудырған білсін деп бізді бар қалан, тіл Жамбылды туғылған жеткенші жүзге сайыраған, зер залсам мағжан сөзіне аңқып тұр талай азалы күн, өз қолың жетсе өзіңе тіліңді орға қазағым. Тіл жалықпас мұрагер, шоқанға жоқтау арнаған, тіл шаппай бер құлагер алдында жүйрік салмаған, тіл төлеген ажалы саналыз жанды күрсінткен, тіл қыз жібек ажары жүрегі барды сүйсінткен, тіл үзілмес өзінім шарықтап құмар қандырған, тіл ләйлі біз мәжінін махаббат әстен тандырған, ұмытып бәрін қалмастай шекпестей қорлық мазағым, тіл кекке заман салмастай тіліңді орға қазағым. Тіл той думан ғажайып, немерем тіл шыққан күн, тап кеше құным азайып, тап бүгін бәрін ұққанмын, тіл ұлтымның намысы ақылға қанат байлатқан, тіл мызғымас арысы бабалар жауын жайратқан, ғұмырын тілге арнаған Мұзафараға көп жаса, қай көлім қызсыз қалмаған қызғышы сендей болмаса, ұқсаған алтын жезіңе әр сөзде жарқын базарың, өз қолың жетсе өзіңе тіліңді ғорға қазағым деген екен. Ну, сегодня у нас прям утро поэзии, скажем так. Все-таки я тоже, ну, скажем так, я так много стихов, честно говоря, не знаю. Но вот единственное, что вот я прям, знаешь, из казахской поэзии запомнил. Угу. Ну, мне кажется, это, скажем так, и с нашим регионом все-таки связано. Арканын кербез сулу кокчетауы. Вот я вот как увидел сразу и клип музыкальный, сразу почему-то подумал, что вот там где-то Боровое промелькнуло, Бурабай, как-никак. Ну вот, вот это то, о чем действительно писал тогда еще уже почти 100 лет назад Сакен Сейфуллин. Даже 100 лет назад многих поэтов, людей восхищала вообще красота Бурабайских гор. Ну и сейчас мы, естественно, можем в свободное время туда приехать, посетить, погулять, на эти самые горы подняться. Кстати, на них не так легко, как оказалось, подниматься. Mm-hmm. У меня не так давно приезжали родственники и хотели, говорят, хотим поехать в Бурабай, хотим на горы подняться. Вот мне брат говорит, пойдем. И мы как потопали. Мы почти дошли до вершины, собственно говоря, горы Кокчетау, которая 947 метров, но мы не поднялись до конца, к сожалению. Но это была просто неимоверной красоты атмосфера. Очень замечательный. Я дұрыс айтасыз. Жалпы 80 көл деп жатады осы Бурабайдың аумағында. Жалпы енді бағанағы тілге тілек кеткен Кәкімбек Салықов ағамыз, ол тек қана солтүстік Қазақстан облысының ғана емес, Көкшетаудың осы арқаның баласы деуге болады. Осы жақта туып өсті. Осындай бір сұлу табиғатқа қарап, талай өлеңдерді дүниеге әкелді. Сондықтан осындай ағамыздың жалпы жатқан жері жайлы болсын дегіміз келеді, бірақ айтады ғой, адамның өзі кеткенімен жаңағындай артында мол мұрасы қалады деп. Жалпы енді біздің ары қарай ақпараттарымызды, мәліметтерімізді толықтыра түсетін әріптестеріміздің дайындаған керемет айдарлары бар екен, соларға назар аударайық. Каждый сезон в мире моды сопровождается появлением новых трендов и идей, определяющих вектор развития индустрии. Благодаря показам мы можем заранее определить, что будет входить в наш гардероб, а от какой одежды лучше отказаться. Предлагаем заглянуть в мир моды и посмотреть, что интересного приготовили для нас дизайнеры и какими будут актуальные тренды наступившего года. Одежда из кожи успела захватить осенне-зимний сезон и в 2024 году будет продолжать оставаться в тренде. Если вы уже устали от кожаных брюк и курток, советуем присмотреться к чему-то более необычному, юбкам с асимметрией или платьям. Мех, как и кожа, также завоевал осенне-зимний период. Теплые шубки, пальто с меховой отделкой, но не забывайте и про аксессуары. Пушистый клатч станет отличным дополнением к вашему образу и обязательно привлечет к себе внимание.
Дизайнеры стараются из обычного офисного костюма сделать то, что можно свободно носить вне работы, постоянно добавляя что-то новое в элементы одежды. Пополните свой гардероб, прикупите новые пары брюк или пиджак. Офисный стиль – тренд этой зимы. Показы говорят нам, тренд на все прозрачное не собирается сбавлять обороты. Просвечивающая одежда может быть любой, даже юбка. Ткань, кстати говоря, тоже – шифон, сетка или кружево. Цветочное проявление во всем тенденция 2024 года. Зимой так хочется поднимать настроение, в том числе и одеждой. В тренде будет не только цветочный принт, как мы привыкли его видеть, но и элементы цветов на одежде, в том числе и аксессуары. Бахрома – необычный и в то же время эффектный способ добавить акцента в свой лук. В тренде будут сдержанные образы со свободными брюками с низкой талией, сверху – пиджак или трикотаж. Великобритания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – государство, расположенное на севере-западе Европы, отделенное от материка приливом Ла-Манш. Если говорить кратко о традициях страны, то это особый консерватизм, соблюдение обычаев старины в быту, церемониях. Устойчивые выражения, тонкий английский юмор, английская чопорность, английский костюм, сказанные в чей-то адрес, подчеркивают утонченность и сдержанность человека. Британцы, как северная нация, отличаются хладнокровностью. У них не принято бурно проявлять свои чувства, но им свойственны общительность, юмор и доброжелательность. Манера местных жителей шутить над всем порой озадачивает иностранцев. В числе английских обычаев – отсутствие категоричности в суждениях, переодевание к обеду. Британия – страна многочисленных фестивалей. Самый любимый в народе фестиваль цветов проходит в Челси в мае. В основном праздники Великобритании являются общенациональными и празднуются по всему Соединенному Королевству без исключения. Однако есть и такие, которые характерны, например, только для Англии или только для Уэльса. Связано это с тем, что Соединенное Королевство состоит из четырех частей или исторических провинций – Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Несмотря на общность истории, каждая из этих частей имеет некоторые отличия в традициях, истории, языке, культуре и, соответственно, в праздниках. Ярнамызға жаңадан қосылып жатқан, енді-енді тәтті ұйқысынан оянып жатқан жандар болса, тағы да баршаңызға қайырлы-таң тілейміз. Күндеріңіз сәтті болсын, табысты болсын, берекелі болсын, ақшаларыңыз көп болсын, уайым-қайғы жоқ болсын дегіміз келеді. Жалпы енді одан әрі тағы да бір керемет айдар бар екен, ол бізде жұлдызнама туралы. Жалпы жұлдыздар не туралы дейді бүгін? Жұлдыздар жалпы адамдардың күнін қалай жоспарлау керек? Қандай оқиғалар болды, сонда дүние туралы айтады, жалпы сол бір кезекті айдарды бірге тамашалайық. Ну что ж, да, вот о звездах поговорить как бы можно всегда и везде. И действительно, даже если не веришь в гороскопы, просто даже иногда вот интересно, краем уха вот так вот проходишь и слышишь там, козерог, у вас сегодня будет такой-то день, такой, ага. Ну, я вроде не верю в гороскопы, но думаю, ну хорошо, я возьму на заметку, скажем так. И вообще, да, вот звезды, скажем так, может, и не все в них верят, но, по крайней мере, какие-то интересные факты. Мне, кстати, кажется, что на самом деле астрология, она очень заточена на психологии в том числе. Возможно, как-то вот так вот астрологи высчитывают, что вот сегодня будет у вас все хорошо, у вас будет все... Ну, хорошо, но не очень, а вот у вас, например, Овны, у вас будет все замечательно. Мне кажется, это все-таки как-то с психологией связано. Я как-то, конечно, далек немного от этой темы, но так или иначе, мне кажется, все они очень хорошие психологи, потому что они просчитывают, вот у кого какое настроение, у кого какая атмосфера, какая, скажем так, энергетика, можно даже так, наверное, сказать. И из-за этого, собственно, они составляют вот эти самые... календари астрологические, наверное, так. Я дұрыс айтасыз, жалпы мен де сенбейтіндердің қатарынан, бірақ енді қаншама телекөрермен көріп отыр, біз Ақмола облысы бойынша мүмкін соларға бір мотивация, ақпарат беріп қалатын шығар, құрметті телекөрермен қабыл алыңыздар.
Овны, будьте ответственны и серьезны, это даст вам шанс достичь большого успеха. Может потребоваться помощь там, где требуется точность, аккуратность, внимание к деталям. Если вы занимаетесь расчетами или составляете важные документы, проверьте несколько раз, есть риск серьезных ошибок. Тельцы. Отличный день для работы. Вы быстро справляетесь с тем, что прежде казалось почти непосильным. Будет возможность довести до конца то, что было начато давным-давно, что отняло у вас много времени и сил. Близнецы. День довольно неоднозначный, но все же не такой сложный, как может показаться поначалу. Привычные методы могут не давать нужных результатов. Чем раньше вы начнете искать новые, нестандартные пути к цели, тем быстрее получите то, к чему стремитесь. Раки. Будьте предельно осторожны, это поможет избежать трудностей, которые сегодня могут подстерегать вас в самых неожиданных местах. Старайтесь избегать споров, желательно держаться дальше от перегрузок и больше отдыхать. От этого улучшается самочувствие и настроение. Львы. Следите за тем, чтобы в делах был порядок, вовремя выполняйте все свои обязательства, не нарушайте правил. Чем меньше окружающих будет поводов предъявить вам претензии, тем лучше. Стоит быть осторожнее с деньгами, вероятность финансовых потерь сегодня велика. Появится несколько неплохих идей, но реализовать их удастся не сразу. Своими планами делитесь только с теми, кому давно доверяете, а секретами не делитесь ни с кем. Удастся решить важные финансовые вопросы, тут вас не подведет деловое чутье. Весы. Сохраняйте спокойствие. Сегодня это будет труднее, чем обычно. Слишком часто обстоятельства складываются не так, как хотелось бы, и приходится сталкиваться с неожиданными проблемами. Не исключено, что придется изменить планы. Скорпионы. Подходящий день для общения и поиска единомышленников. Люди, с которыми вы имеете дело, будут приятно удивлены вашим знаниям. Не исключены предложения, касающиеся смены работы. Благодаря им перед вами откроются новые горизонты. Стрельцы. Начало дня удачно, поэтому лучше не откладывать дела и не тратить время зря. Можно быстро решить организационные вопросы, оформить нужные документы, а также сделать удачные покупки. Старайтесь не сердиться на тех, кто не оправдывает ваших ожиданий. Козероги. Сохранять спокойствие нелегко, но необходимо. Пусть не все идет так, как вы ожидали, и день преподносит один сюрприз за другим, все равно старайтесь не нервничать и не волноваться, обдумывать каждый шаг и не поддаваться провокации. Водолеи. Можно не опасаться серьезных проблем. Звезды на вашей стороне, обстоятельства складываются благоприятно. Вы внимательны к мелочам, и именно это часто помогает избегать ошибок, принимать правильные решения. Возможны незапланированные деловые поездки. Рыбы. Не все складывается так легко, как хотелось бы, но вы справляетесь с трудностями, достойно преодолевая все испытания. Окружающих часто удивляет ваша настойчивость. Там, где другие отступили бы, вы продолжаете двигаться к цели и достигаете ее. Ну что ж, дорогие телезрители, посмотрели мы гороскоп. Думаю, все, кто, скажем так, хоть немножко, даже может и не верит, но как мы уже это обсуждали, но, по крайней мере, краем уха где-то что-то услышал, думаем, вам эта сегодняшняя информация, как звезды, скажем так, сошлись на небосводе, вам это сегодня поможет в работе, в жизни личной, в семейной и везде, где только можно. Ну а мы сегодня, у нас, как говорится, пришли к нам гости уже. Давайте же познакомимся с нашим замечательным гостем. Угу. Это врач-уролог Жаздаргер 2023 Валерий Гагиев. Добрый день. Да, утро. Здравствуйте. Благодарим вас за то, что пришли сегодня к нам в студию. Как ваше настроение? Ну, настроение утреннее, хорошее. Готов.
тяжелой недели. Не сложно вам вот каждое утро вот так вот просыпаться, скажем так, работа все-таки не из легких, это очень ответственная работа? Ну, конечно, сложно, как и всем сложно. Ну, когда ты любишь свою специальность, тогда намного легче мотивировать себя и с утра, и в течение дня для работы. Во-вторых, тебя ждут пациенты, то есть это чьи-то родители, чьи-то сестры, которые тебе доверяют. И это очень сильно тебя мотивирует. Вот расскажите, как вы вообще пришли к этой самой специальности, как вы решили стать врачом? Ну, решить врачом я стал еще в школе, в классе 9. Я сам из села Бастандыкский, это Акжарский район, бывшей Акмолинской области, ныне СКО. По окончании школы в 2012 году я поступил в университет. И в университете, как вы знаете, мы учимся очень долго, это в течение 10 лет. На втором курсе я уже принял решение быть врачом-урологом. Мне сразу понравилась эта специальность, были очень хорошие учителя, которые именно, наверное, в тот момент я увидел урологию и сразу в нее влюбился. Ну, однолюб, можно сказать. И потихонечку шел к своей специальности. Это я 5 лет закончил бакалавр, общую медицину, 2 года хирургии и 3 года стажировался в урологии. После окончания университета я уже вернулся в родной город и работаю в многопрофильной городской больнице врачом-урологом. Расскажите, скажем так, о специфике вот этой вот специальности урологии. То есть насколько она вообще востребована среди людей, кто приходит к вам? И насколько бывают, возможно, какие-то тяжелые заболевания или же какие-то случаи? Вот как вы с ними справляетесь? Как вы с ними, собственно говоря, как вы вообще видите вот эту вот работу свою? Ну, начнем с того, что такое урология, что она изучает, что мы лечим. Мы лечим мочеводящие пути. Это почки, мочеточник, мочевой пузырь, мужские половые органы. Ну, у всех сложился такой стереотип, что уролог – это мужской врач. Мы лечим также и женщин. У женщин также есть почки, также есть мочеточники, также есть мочевой пузырь. Очень много заболеваний у женщин, такие, ну, всем известно, цистит. Кто лечит? Это урологи лечат его. Недержание мочи, мочекаменная болезнь. То есть очень много заболеваний, которые мы лечим также у женщин, также и у мужчин. А как проходит, вот, например, осмотр у вас? То есть пациент обращается к вам с какой-то претензией, с какой-то жалобой. Вы его как направляете, перенаправляете куда-то? Или же вы и сами в том числе можете проводить какие-либо операции, связанные с мочевыводящими путями, с почками? Ну, чаще всего пациент уже направляется ко мне. То есть от врачей общей практики, от терапевтов. Это как конечная инстанция касательно мочеводящих путей. И нам, урологам, приходится принимать решение уже. Либо мы его лечим лекарствами, то есть консервативно, либо мы оперируем пациента. Тоже это, можно сказать, на каждую судьбу, это наша ответственность. Все операции, если мы его планируем оперировать, мы его оперируем, некоторые урологи отправляют оперирующим урологам, некоторые урологи сами оперируют. Допустим, я пациентов сам оперирую. То есть пациент приходит ко мне на прием, начинаем всегда с жалоб. То есть что беспокоит пациента. Далее идут обследования, как УЗИ, КТ, что уже мы диагностируем заболевание, выставляем клинический диагноз, который позволяет нам уже лечить пациента. Соответственно, если требуется операция, пациенту объясняем его родственнику, что операция необходима, и пациентов уже оперируем. За вот прошлый год мы сделали более 300 операций в этом городе. Сейчас бізде құрметті теле көрермен, сіз байланыстасыз, сізге сұрақ қоямын дейді зрителіміз.
Ассаламу алейкум, Кайрултан. Здравствуйте. Вот кесер. Ага. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Алло. Өзіңіз таныстыра беріңіз, сақалыңыз қалай? Мен Курстаудың адамым. Аха. Курстаудың, вот, мәдесіға не кәртем ба. Аха. Жақсы, 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 ет, байдым. Сұрағыңызды қоя беріңіз, аға. Есе өметім сөзді. Ау. Естеем етім. Сұрағыңызды қойыңыз, сұрақ қойым деп едіңіз. Менде бір жерде сіз айтсаңыз көріп, сол мінезім бар еді. Аха. Сол қалай? Теледидардан ары тұрып, сұрағыңызды орысша қойсаңыз. Естілмей жатыр бізге. Кесесі. Дүрге мен ержемен бір болезім бар еді, жасын елу келді. Аха, болезіңіз бар, я. Соны қалай айтсам сізге? Мүмкін сіз бізге WhatsApp-қа жазып жібересіз, аға, экран бетінен нөмірлер көрсетілген, сол жерге WhatsApp-қа жазып жіберсеңіз. Мен адресі керек еді, сол қалай болады. Адрес? Как? Мен WhatsApp телефон жоқ, мен просто телефон. Вы можете обратиться в городскую больницу, это адрес Сатпаева, 85, к врачу-урологу, то есть ко мне. Я. Рахмет. Ну вот, ситуация, сами видите, то есть мой контингент пациентов вот, среди взрослого населения, старше 50 лет, очень много пациентов. Mm-hmm. То есть такое есть заболевание, как аденома предстательной железы. Mm-hmm. То есть это заболевание встречается у 50% мужчин старше 50 лет. Mm-hmm. И по нарастающей. 60 лет 60%, 70 лет 70%. То есть аденома предстательной железы, конечно, не все требуют оперативного вмешательства, но почти все требуют лечения. А с чем связана вот эта болезнь? Ну, вот, в рекламах много раз вот, видел какие-то вот, лекарства вот, аденомы предстательной железы, аденомы простаты. По-моему, это не одно и то же или это разные вещи? Ну, если касательно молодых, скорее всего, речь идет о простатите. А возрастных чаще всего пациент сталкивается с аденомой предстательной железы. Mm-hmm. То есть очень много теорий образования аденомы предстательной железы, но одна из таких главных теорий – это связано с, по типу мужского климакса. Mm-hmm. То есть идет снижение тестостерона, организм компенсирует, и побочный эффект является разрастание аденомы. То есть пациент, он плохо мочится. Mm-hmm. Он не может быстро пойти в туалет, ему необходимо долгое время, чтобы настроиться, подождать. Uh-huh. И с каждым разом все хуже, хуже, хуже. Это вплоть до того, что пациент в один момент просто не может мочиться. Ну, это большая проблема. Uh-huh. И то есть вы, как врач-уролог, эти самые симптомы определяете и лечите? Да, да. Видите, любое заболевание, оно, если диагностируется на ранних стадиях, это очень хороший эффект лечения. Но большинство пациентов, ну, вы сами знаете, вот наше население, они ждут. Ждут, что само пройдет, ждут, что в этот раз не будет осложнений. И в перспективе это все заканчивается, конечно, тяжелыми последствиями. Как для пациента, так и для нас. То есть нам всегда сложно лечить осложненных пациентов, которые долгое время никуда не обращались. То есть вы считаете, что даже несмотря на какие-то маленькие недуги, как мы думаем, например, что вот там поболело сбоку, поболело там с другого боку, пройдет.
даже если вот такие вот моменты уже начинаются, то есть это уже первый звоночек, то есть надо сразу идти к врачу? Ну, разумеется, есть не все пациенты, которые обращаются с небольшими жалобами, так скажем, попадают ко мне. То есть есть инстанции, это врач общей практики, терапевт, который дифференцирует, то есть разделяет, кому действительно необходима урологическая помощь, кто проходит лечение у врача-терапевта. А я считаю, что, конечно, если есть какое-то заболевание, то если есть какие-то симптомы, значит, что-то не так. То есть, ладно, из там 100 человек такие симптомы будут у 90, у них все пройдет самостоятельно, но есть категория пациентов, там 5-10 пациентов, у которых само не пройдет. И нельзя рисковать. То есть один раз, может быть, вам само все это пройдет, второй раз пройдет, а третий раз вы думаете, что все пройдет, но будут тяжелые осложнения. То есть лучше перестраховаться и обратиться к врачу. Да, конечно, конечно. Это здоровье. А мальчикам с какого возраста обращаться к врачу? Ну, с любого возраста. То есть обращаются пациенты и до 18 лет, старше 18 лет. У подростков есть распространенное заболевание, как варикоцелия, можете слышали. Варикоцелия одинаково безобидно, но одинаково и грозное заболевание, так как в почти в 30% случаев причина бесплодия является варикоцелия, которую не вовремя, не диагностировали, вовремя не прооперировали. Поэтому необходимо проходить все скрининги у подростков, во взрослом возрасте. Потому что бывают пациенты, приходят и в 35, и в 40 лет, у которых, допустим, не опущено яичко. А это должно было диагностировано быть еще в молодом возрасте, там даже в подростковом и младше. А это, в свою очередь, влияет на риск возникновения онкологии, очень высокий риск. Поэтому ну, в природе просто так ничего не бывает. Но если вот брать, скажем так, общую температуру по палате, если так это можно назвать, кто больше к вам обращается? Все-таки люди более старшего возраста или же молодежь? Ну, я так скажу. В общем, обращение 50 на 50. То есть и молодежь, и взрослые. Но в стационаре у меня лежат люди возрастные в основном. То есть это о чем говорит, что оперативного лечения требуется возрастным пациентам чаще всего. А молодежь достаточно лекарственных препаратов, чтобы вылечиться от этого недуга. Ну, то есть как-то более-менее на ногах переносить. Да, 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 да. Ну, конечно, и заболевания разные, я общую картину сказал. Так, ну что ж, примерно понятно. У тебя еще есть какие-то вопросы? Біздің арнамызға бір құттықтау келіп түскен екен, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер, құрметті телекөрермен. Бүгін біздің арнамызға мынадай құттықтау келіп түсті. Бүгін Ақшабаев Ермек Сүндетбайұлы 40 жасқа толып жатыр екен. Құттықтайтын жолдасы Марал, балалары Мереке, Мерей, Димаш, Мәриям, туған-туыстары және Көкшетаудан нағашылары. Құрметті Ермек Сүндетбайұлы, 40 жасқа келген туған күніңізбен, жаңа жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Алланың назарында, бақыттың базарында осылай күліп ойнап, жадырап, жайнап, жарқырап жүре беріңіз. Балаларыңыздың, ағайын-туыстарыңыздың, жан-жағыңыздағы бауырларыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіз. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, баянды, бақытты ғұмыр тілейміз. Әрқашан ауырмай сырқамай жүре беріңіз дегіміз келеді. Ну что ж, могу полностью присоединяюсь к словам своего коллеги Нурлана, но и хочу от себя добавить, что 40-летие, как говорится, первые 40 лет мужчины, первые 40 лет мальчика самые тяжелые в его жизни, дальше будет только легче, только лучше. И от себя лично тоже хочу добавить максимально, чтобы вот эти вот вся ваша дальнейшая жизнь прошла максимально интересно, увлекательно, потому что 40 лет – это только начало. Ну и, естественно, здоровья вашей семье, близким, родным и всего самого-самого наилучшего. Я 40 жас ол пайғамбардың жасы дейді, сондықтан
пайгамбардың жасына келуіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің Көкшенұр отандық сазды бағдарламасының атынан сіздің туған күніңіздің құрметіне керемет бір ән шашу қабыл алыңыз. Дорогие телезрители, мы еще раз присоединяемся ко всем пожеланиям, я думаю, не только от нас, но и от всех других телезрителей. Угу. У кого бы то ни было сегодня день рождения, мы вас поздравляем и желаем сердечно всего самого наилучшего, всего самого-самого, угу. Как можно сказать. Ну а мы продолжаем нашу беседу, наш уважаемый гость все еще вместе с нами, Валерий. Давайте продолжим, наверное, как раз, скажем так, вот этот второй блок мы посвятим, наверное, больше болезням. Думаю, как мы уже вот увидели, телезрителям не то что интересно, даже звонят в прямой эфир прям узнать, как вам записаться. Вот давайте все-таки поговорим больше о заболеваниях. Вообще расскажите, ну, скажем так, даже не знаю, с чего начать тут в этой ситуации. Да. Ну, давайте я продолжу. Давайте.
среди старшего поколения одно из самых распространенных заболеваний, как я уже говорил, это аденома предстательной железы. Ну, для многих это непонятно, аденома. Самое главное, это симптомы заболевания. Угу. Что это такое? Это когда пациент встает в туалет ночью несколько раз. Он днем часто ходит. Нет свободного посещения туалета. Постоянно есть какие-то задержки. В свою очередь, когда он встает ночью несколько раз, это нарушаются биоритмы сна. Соответственно, это артериальная гипертензия, это нервозность пациента. То есть нет адекватного сна. Он ложится в 10, тут же просыпается в 12, тут же просыпается в 2, в 4, в 5. А как мы знаем, возрастной мужчина, он нет, как у молодых, там, проснулся, сразу уснул. Соответственно, он проснулся, там, час ворочится, не может уснуть, потом засыпает, потом опять ему надо просыпаться. То есть это такая большая проблема, и, к сожалению, многие эти жалобы приравнивают к норме. То есть приходит пациент совсем по другой проблеме, ты начинаешь с ним беседовать, он говорит, да, просыпаюсь вот ночью в туалет. Ты спрашиваешь, вас беспокоит это? Он говорит, нет, это же нормально. Uh-huh. То есть многие пациенты сравнивают это с нормой. Uh-huh. Соответственно, он идет к таким же, такого же поколения мужчинам, и чаще всего они все ночью просыпаются. И они это, ну, если у всех так, значит, это нормально. Uh-huh. Конечно, это ненормально, это надо обращаться к врачу-урологу, чтобы вас, да, обследовали, выяснить причину, и вы, чтобы пациенты, чтобы вы спали спокойно. А, то есть, а насколько это болезненно? То есть, вот раз вы говорите, что многие отмечают, что это якобы норма. То есть, это как-то безболезненно проходит? Просто вот человек ночью проснулся, захотел в туалет и пошел. Или же это все-таки сопровождается еще какими-то, скажем так, ну, болезненными ощущениями? У всех по-разному. То есть, ну, основная масса болевого симптома не сопровождает. То есть обычный поход в туалет. То есть проснулся, пошел в туалет, помочился с затруднениями и лег спать. Но видите, обман в чем? В том, что вот эти симптомы, они нарастают очень медленно. И они, их надо сравнивать там, в пятилетнем сравнении. То есть если сравнивать там месяц назад, он скажет, ну, у меня так же. Там, полгода назад, ну, у меня так же. А если сравнить там 5 лет назад, он скажет, а, да, вот 5 лет назад, конечно, я ходил как молодой, а сейчас вот мне трудновато. А вот вы отмечали как раз, что в основном это вот связано как раз вот эти вот заболевания, аденома предстательной железы, она влияет на то, что количество тестостерона не хватает. То есть это тоже как-то на репродуктивную систему влияет? Ну, видите, природа, она так создала, что старше 50, старше 60 лет уже идет снижение тестостерона. Mm-hmm. Это нормальное физиологическое состояние. Идет на снижение продукции тестостерона. И есть механизмы, которые позволяют из оставшегося тестостерона умножить его на 5. То есть и благодаря вот этому умноженному на 5 тестостерону организм продолжает адекватно функционировать, адекватные мужские половые функции выполняются. Но побочный эффект – это разрастание аденома. Ну, это, повторюсь, это теория. То есть действительно есть механизм образования аденома предстательной железы, но причины возникновения этого механизма только теории есть. А вот насколько вообще лечение помогает, ну, то есть вот при лечении, что происходит при лечении? Давайте так сначала загладим. Ну, смотрите, если пациент обращается на ранней стадии заболевания, то лечение в большинстве случаев идет таблетированно, то есть консервативно, безоперационно. Если пациент обращается уже в запущенной ситуации, когда после похода в туалет в мочевом пузыре остается 50% мочи. То есть норма там 500-600, он сходил, а у него 300 осталось. Это ненормально после каждого
похода 300 остается. Это уже запущенная ситуация. Конечно, там только оперативное лечение. Оперативное лечение сейчас мы в неделю проводим до 4-5 операций таких. Это все операции, они без разрезов, малоинвазивные, то есть через естественные пути. Пациент выписывается на 3-4 сутки после операции. Это является операция золотым стандартом во всем мире. То есть как мы здесь оперируем, так и в Европе оперируют, так и во всем мире оперируют. То есть это подходы уже, конечно, подходы изменились к операциям сейчас. Это конечно, благодаря той базе, где я стажировался в урологии, у меня были прекрасные учителя, такие как Искаков Ербол Амангельдинович, который вложил в меня фундамент урологии. Соответственно, сам он обучался в странах зарубежья, то есть в Южной Корее, в Израиле, в Европе. И это, видите, преемственность, то есть они обучаются, обучают нас. Потом, соответственно, мы выезжаем за рубеж. И это все делается на благо пациентов. То есть раньше пациент после операции лежал 10 дней, а сейчас 3 дня. Ну, и, соответственно, он же и говорит своим друзьям, что, ребята, не бойтесь, операция прошла хорошо, я лежал всего 3, даже ничего не почувствовал, не было больно. И поэтому, конечно, надо заниматься своим организмом. А жастардын среди молодежи какие заболевания часто всего? Ну, среди молодежи в основном это простатиты. То есть простатиты – это пациенты, у которых есть различные инфекции, которые вовремя не обращаются к урологам, которые также думают, что это все само пройдет. В дальнейшем при любом снижении иммунитета у них начинаются такие же симптомы, как учащенное мочеиспускание, болезненная резь, дискомфорт. Это все влияет, конечно, в дальнейшем на репродуктивную систему, то есть это продолжение рода, это огромную роль влияет. То есть очень много пациентов приходит там в 30-летнем возрасте, у которых в течение нескольких лет уже не появляется, у супруги, соответственно, не появляется беременности. Начинаешь обследовать, там выявляются там инфекции, которые были давно с ним. Ну, видите, просто так ничего не проходит. А вот такие вот болезни, связанные с репродуктивной системой, вы, получается, тоже их лечите? Ну, на самом деле, есть специальные центры, кто занимается репродуктологией. То есть я чаще всего рекомендую пациентам обращаться. То есть есть в Астане центры, которые занимаются репродуктологией. Они помимо мужчин обследуют женщину, обследуют мужчину. То есть, видите, нельзя объять необъятное. То есть я занимаюсь там оперативной урологией, частично занимаюсь андрологией, но ты не будешь везде хорош в любом случае. Поэтому есть, да, есть урологи, которые целенаправленно занимаются репродуктологией. И считаю, это большой объем работы, это очень сложный объем работы. Чаще всего мы пациентов направляем туда. А вот касательно количества людей, которые к вам обращаются. Вот, например, проведена операция, проведена успешно. Вот насколько высок процент вот успешных операций, вообще успешной помощи людям? И обращаются ли они к вам в дальнейшем, возможно, с благодарностями, что-то такое? Ну, смотрите, начнем с того, что в чем плюс, что мы внедряем оперативное лечение в нашем городе. Допустим, вот мы 300 операций, в прошлом более 300 операций провели, многие ряд операций в этом городе не выполнялись. То есть эти пациенты ездили в клиниках республиканского значения, в астанинские клиники, а сейчас мы это все проводим здесь, в Кокштау. В чем плюс? В том, что, во-первых, нет периода долгого ожидания. То есть пациент обратился с проблемой, в течение там, 2-3 недель проблема решается. Не надо ждать несколько месяцев, чтобы поехать в клинику республиканского значения. Второй плюс в чем? То есть мы с поликлиники его обследуем, то есть мы с ним знакомимся с его родственниками, сами оперируем,
в послеоперационном периоде мы, соответственно, на связи с родственниками. Мы объясняем все пациенту. После выписки также пациент в любое время может прийти к нам. То есть мы его можем повторно посмотреть, мы его можем сделать коррекцию лечения. Это большой плюс для пациента, то есть они, не выезжая за пределы города, решают проблемы со своим здоровьем. А если они едут в Астану, они там, конечно, прооперируются, там, ну, очень хорошо оперируют, но они возвращаются сюда, потом мы их в послеоперационном периоде наблюдаем. Енді Валерий Мұрза, біздің де уақытымыз таяп қапты біраз жерге. Біздің арнамызға келгеніңіз үшін көптен көп рахмет сізге. Жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз, табысты болсын, берекелі болсын дегіміз келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыз. Сау болыңыз, рахмет. Если у вас есть какие-то пожелания, например, вы можете вот на третью камеру обратиться, передать привет. Уважаемые пациенты, уважаемое население города Кокшетау, всем доброго утра. Ну, хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, также при наличии у вас тех симптомов, которые я проговаривал здесь, обратиться к своему участковому врачу, участковому терапевту, соответственно, в последующем обратиться к врачу-урологу и решать эти проблемы. Как жизнь одна, как говорится, здоровье тоже одно, поэтому надо его ценить, беречь и заниматься своим здоровьем. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в студию. Всех вам творческих, рабочих успехов, всех благ. И, ну и думаю, можно, наверное, так пожелать хороших пациентов вам. Ну и, наверное, все-таки поменьше пациентов. Да, конечно, конечно. Құрметті телекөрермен, енді бізге берілген мына бір сағат көлемінде көзді ашып жұмғанша өте шықты. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, күндеріңіз сәтті болсын, табысты болсын, берекелі болсын, Көкшетел арнасы дайым қосулы болсын. Что ж, да, дорогие телезрители, желаем вам наипродуктивнейшего понедельника, всего самого наилучшего. И вот от телеканала Кокше и от нашей уютной передачи Кокше Нуре желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в эфире телеканала Кокше. Сайлса,
жатсын да сол кезде.